Доброе утро. Все, понял.
Здравствуйте. Девятьсот двадцать один, 971, 57, 53. Тысяча рублей. Извините, они не 1200. Вы знаете, вот то, что на балансе, это просто не мои деньги. Это я сейчас заплачу, наверное, до стех. А чем лучше, карточкой или наличными, как считаете? Ну, только наличными, потому что карточку перестать нужно. Угу. А, все, понял. Mm-hmm.